Всем привет! Не так давно на моем канале выходило видео о моем бомбеже насчет глупых комментариев на форумах и набора на 615 уровне. Как мы видим, я его еще не получил, да и он сам еще не вышел, но я в процессе. Конечно же, мы его откроем, посмотрим, что же там. Мы видим иконки персонажей. Сейчас вы увидите более увеличенное изображение. И как же мы будем анализировать? На кого они больше похожи, конечно же. Формы следующего персонажа имеют больше схожести к женскому полу, и поэтому вы должны с легкостью отгадать, какой же Immortal предмет нам предоставит Valve. Напишите ваш вариант в комментариях. Конечно же, это Venger Full Spirit, а именно предмет, выпущенный в том же 13 году на International. Это вот данное оружие. Сейчас мы его осмотрим. Правда, непонятно, что они могут к нему придумать. Такая вот имморталка. Перейдем к следующей. Следующая моделька имеет плащ. Какая же имморталка могла бы быть с плащом в тот момент? Оставлю вам также время подумать. Напишите ваш ответ в комментариях. Приступаем. Это же будет имморталка на Death Prophet. Тут без каких-либо сомнений, потому что она подходит на все 200%. Многие догадки, то что это Бэтмен, конечно. Как вы видите, это плащ. Есть плащ и... Ну, других просто вариантов, мне кажется, нету. Перейдем к следующему. Следующий же предмет я выбирал довольно-таки долго. Это было затруднительные вещи. Вот в данном сундуке их тут сразу две. Это же предмет на Свена и на Faceless Void. Вот какой из них выберут, я не знаю. Очень сложный выбор. Хотя у некоторых есть мнение то, что это Void, поскольку как бы показывают персонажа в прыжке, он уже в полете. Как бы блинк Void. Ну, рассмотрим же Void, но вариантов других нету. Сюда не особо подходит под наши критерии. Как вы видите, но какое-никакое, но сходство есть. Так что перейдем к следующей. В следующей модельке мы не видим никаких особых очертаний, как и у 2015 года желтые модельки. Но мы видим то, что там даже нету какой-либо визуализации ног. Их просто спрятали за каким-то баннером, флагом. И у меня предположение закрались, что это может быть Медуза. Если не она, то это же будет Кентаур Варраннер. Так, вот она. Это имморталка. Так что если не они, то ну я без понятия кто. Рассмотрим имморталку на Кентавра. Стоять!
Приступим к последней и, наверное, самой легкой для нахождения. Последнюю я нашел у себя сразу же, как только посмотрел на вот этот вот арт. Это у нас House Knight, и, ну, тут долго думать не надо. Это единственный персонаж с щитом. И он похожей формы, так что тут никаких других вариантов не может быть. И в конце мне хотелось бы вставить пару слов, то что это было всего лишь предположение. Многие из них, возможно, точно будут, потому что слишком уж похожи эти модельки на те моталки, которые я вам показал. Но не все, потому что золотой и красный очень сложно было предугадать, и они как-то странно выглядят, да и особых отличий от других нету. Подписывайтесь на канал, чтобы узнать о выходе свежих роликов. Ставьте лайки и смотрите старые ролики. Всем пока!